В этом последнем видео в данной секции мы хотим сказать некоторые пожелания для всех этомианцев по всему миру. Доверьтесь компании. Наверное, такой совет, такое пожелание, потому что вначале возникает очень много страха и сомнений. То есть страх быть отвергнутым самыми близкими, да, друзьями. И когда это случается, конечно, демотивирует, но все равно верить, что просто эти люди еще не поняли, какой компании вы выбрали, насколько здесь огромные возможности для вас жить той жизнью, которой вы хотите жить, когда нет начальника, который скажет вам, как работать. Да, вы сам себе босс, сам хозяин своей жизни. Здесь можете обрести финансовую свободу, о которой, я думаю, мечтают все. Верьте в себя, потому что действительно многие люди в начале либо не верят в себя, что у них получится, либо в процессе начинаются опускаться руки. И вера и в компанию себя, она не должна быть слепой, вера всегда должна быть оправданной, поэтому нужно найти для себя ответы. Ответы на самые главные вопросы, почему, зачем и как у вас получится добиться успеха в этой компании. И действительно, если вы будете разбираться, что к чему, вы найдете для себя эти ответы. Так как здесь у любого человека получится, если у него будет видение. И об этом я буду более подробно говорить в отдельной секции про видение. Обязательно посмотрите эти материалы, я думаю, они будут для вас полезны. Ну и верьте в людей, потому что никогда не знаешь, кто из них окажется вашим партнером, а кто клиентом. Не решайте за людей, надо ли это ему рассказывать или нет. Рассказывайте всем. Сделайте так, чтобы весь мир узнал, что вы работаете в Атоме, что вы занимаетесь продвижением этой продукции, этой компании. И верьте в свою команду. Это люди, которые помогут вам вырасти, ну и которым поможете вы. Я хочу пожелать всем атомианцам по всему миру, чтобы у вас действительно все получилось. Мы можем очень много дать полезных советов, и мы это сделаем в специальной отдельной секции, тоже про советы, обязательно посмотрите. А здесь я хочу просто пожелать, чтобы у вас все было хорошо. Это наша кредо, это наше мото, чтобы у всех все было хорошо, а у наших еще лучше. Мы действительно стараемся работать, не стараемся, а работаем в этом стиле и рады, когда у других людей все получается, но при этом мы прикладываем все усилия, чтобы у наших партнеров получалось еще лучше. Я думаю, это такой здоровый подход, который разжигает не конкуренцию, а больше спортивный интерес. И мы всегда готовы косвенно помогать всем партнерам, вне зависимости, в чьей структуре они находятся. Что значит косвенно? Вот благодаря таким видеоматериалам, о которых мы создаем, выкладываем в общий доступ, и вы можете их просматривать. Да, обычно эта информация закрыта по командам, да? То есть эту информацию вы можете получить только если вы вступите в какую-то команду. Мы же всегда старались держать эту информацию открытой, потому что мы хотим дать пользу вам, чтобы вы, независимо от структуры, знали, да, имели в руках эти инструменты. Конечно, не все карты мы можем раскрывать всем, но основные для достижения успеха мы стараемся предоставить для всех. Поэтому еще раз, мы желаем от чистого сердца, чтобы у вас у всех все получилось, чтобы вы оценили эту компанию по достоинству, эту продукцию, эту бизнес-модель, чтобы вы разобрались, что к чему, и чтобы добивались результатов, и чтобы самое главное, чтобы ваши партнеры добивались этих результатов и росли вместе с вами. Будьте успешны вместе с Атоме. Пока. Да, у вас все получится.